Овощное рагу – универсальное блюдо, а в зимнее время это блюдо согреет от холода, поднимет настроение одним своим видом и порадует разнообразием вкусовых сочетаний. Ингредиенты для рагу можно выбрать на свое усмотрение. Все продукты должны быть порезаны кусочками примерно одинакового размера. Пропорции соблюдать не обязательно. Можно взять каких-то овощей побольше, а каких-то поменьше. Кабачок очистим от кожи и нарежем сначала на кружочки, а затем на кубики. Баклажаны нарежем также на кружочки, а затем на кубики. Выкладываем в миску, подсаливаем, перемешиваем и оставляем на 15 минут, чтобы ушла горечь. Репчатый лук нарезаем кубиками. Морковь тоже нарезаем кубиками. Также нарезаем болгарский перец, а затем помидоры. Помидоры лучше взять помесистей. Шинкуем капусту. Все ингредиенты для рагу подготовлены, нарезаны кубиками. Баклажаны я промыла от соли под проточной водой и слегка отжала. Для приготовления рагу лучше использовать глубокую тяжелую кастрюлю. Я буду использовать утятницу. Дно утятницы я смазала растительным маслом без запаха. Выкладываю овощи. Сначала морковь с луком. Разравниваю. Затем помидоры. Капусту. Баклажаны. Кабачок. И болгарский перец. Утятница заполнена до краев. Добавляем полстакана воды. И ставим в разогретую духовку при температуре 200 градусов на 30 минут. Также нам понадобится тушенка. У меня из говядины, но можно взять любую, из свинины или птицы. Тушенку разминаем. Рагу достаем из духовки. Добавляем тушенку. Подсаливаем по вкусу. Перчим по вкусу. И хорошо перемешиваем. Иногда в овощную рагу я добавляю рис. В самом начале на дно формы перед тем, как выложить овощи. Ставим еще в духовку на 10 минут. А очень ароматное и вкусное рагу готово. Этот элементарный рецепт овощного рагу просто находка для зимнего рациона питания. Всем приятного аппетита!